Еще раз здравствуйте всем. Давайте, если у вас нет какие-то вопросы, я вам скажу некоторые детали о своем вообще работе, деятельности, чем я занимаюсь. Ну, начиная от приемов. Приемов в последнее время у меня, я постараюсь их не уменьшить, так как мне тяжело. Дорогие друзья, если вам нужно обращаться к экстрасенсу, вы должны заранее сидеть, думать, почему, какой у вас точный вопрос, и что вы хотите узнать, и готовы на все, что слушать правду, а потом идите. Потом обращайтесь. Но, как всегда, повторяю, что должно быть такая ситуация безвыходная, что вы сами, ваши близкие, когда врачи, когда медицина не может помочь, конечно, вы можете обращаться тогда к экстрасенсу. Но самое главное, не позволите, чтобы вас обманывали. Будьте более внимательным, серьезным и не надо полностью доверять. Ну, конечно, нужно проверить, конечно, нужно отзывы прочитать. Конечно, знаете, люди приходят ко мне, говорят о магии, допустим, хотят какие-то магические воздействия. Ну, это же смешно. Я этим не занимаюсь, не занимался. Я вообще против магии. Поэтому, чтобы не тратить время друг друга, не приходите по таким вопросам. Это не моя профессия. Я чем помогаю? Я по то, что чувствую, по картине, которую вижу, могу подсказать. Сделать это дело или не сделать, как быть в таких ситуациях. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, я могу источник этой проблемы сказать. Вы сами правильно питаетесь, правильно живете, и эта проблема уходит. Вот. Ну, конечно, еще есть какие-то вещи, как браслеты, как сувениры мои, которые дополнительно помогает человеку в решении своих проблем. Это то, что правда. А, знаете, бывают такие ситуации, приходит сюда, просит о какой-то невозможное. И если я не помогу, и они обижаются на меня, пишут в интернете, вот на сайте недавно написала, девушка зовут Сузана, и что ей плохо, и что я ей не помог, якобы какая-то женщина у нее там в голове мешает ее, заставляет и что-то сделать. Ну, простите. Эту женщину не я позвал. Эта женщина находилась там. Как я могу ее вытащить? Есть определенные диагнозы людей, есть определенные проблемы. Ну, конечно, даже эта девушка можно было помочь, если она нашла себе гармонию саму собой, занималась что-то интересное для души, постаралась жить, несмотря на трудности ее жизни. Знаете, то, кто не сдается, то, кто любит трудиться, всегда находит выход. Ну, опять о ком сказать? Давайте о себе скажу. Я был студентом. У родителей я не хотел взять деньги за учебу годовую платить. Мне пришлось один год взять академический отпуск. Я не учился. Работал. И в это же время женился, надо было обеспечивать семью.
Ну как вы думаете? Легче было бы сказать все, взять жену и уехать отсюда, и себе домой, и жить? Нет. Я сказал, если я приехал, я обещал маме своей стать врачом. Я постарался, учился и работал. Давай. Продолжается? Да. Остался? Да, был звонок. Ну, был у нас и звонок, и звонили, поэтому надеюсь, что не прервался наше общение. Короче сказать, я не сдавался и продолжал работать. И сегодня сижу и с вами общаюсь и разговариваю. И знаете, в жизни те люди, которые что-то добились в своей жизни с помощью труда, с помощью своей головы, не знаю, вот достигли успеха, они имеют право вам советовать. Если у человека, кроме этих достижений, еще есть способности чувствительные, но он же еще лучше может подсказывать. Поэтому это то, что я умею и сделаю. Ну, конечно, есть такие понятия, как биоэнергетика, да, лечение, энергетическое лечение. Но человек может взять боль себе. Ну, это же понятие есть во всем мире. И я этим тоже занимаюсь. Дорогие друзья, обращайтесь, когда это нужно. Когда ваша проблема действительно нуждается в помощи. Остальное решите сами. Надейтесь на себя. И не сдавайтесь. Тогда все будет нормально. И знаете, сейчас в последнее время очень модно ходить к экстрасенсам. Но если вы хотите ходить, ну ходите. Если вас обманывает, не обижайтесь. Знаете, мы любим все сделать, потом найти виновного, 30 человека, вот он виноват. Нет. Наша проблема очень много связана с нашими поступками, наши деяния, то, чем мы занимаемся. Вот. Знаете, была выставка картин, а в это число, в этом месяце, 18 число, будет выставка картин. Ну, приезжайте, посмотрите. Это будет новая коллекция. Я надеюсь, что вам понравится. Видите, я занимаюсь, я что-то делаю, я постараюсь. А другие говорят, Господи, кризис, все плохо. И как-то начинают найти выход. И в это время они начинают потерять. Потому что они то, что умеют, то, что у них есть талант, они не используют и прыгают на другой веточке. Вот там лучше, там надо сделать. Допустим, другая сторона могут они уехать. Все свои деньги туда. Но это же ошибка. Это же неправильно, это рискованно. Поэтому то, что вы умеете сделать, особенно если это связано с какими-то ручными изделиями, вы умеете руками работать своими, это без проигрыша, это хорошо. И занимайтесь, и не сдавайтесь. И постарайтесь в определенное время находиться в определенном месте, в котором нужно находиться. Таким образом, знаете, счастье вас найдет. Счастье рядом. Я это искренне вам сказал о том, что как я сам добился успеха. И знаете, есть друзья, которые поддерживают, есть друзья, которые завидуют. Те, которые завидуют, лучше не с ними не общаться. Лучше вообще представить себе, что их не было в вашей жизни. А то, кто вас поддерживает, всегда дружите. Но
друзей, дорогие мои, настоящих, бывает очень-очень-очень мало. Спасибо всем вам за то, что вы есть. До встречи. Всего доброго.